Всем здравствуйте! Сейчас мы с вами сделаем такой вопрос на такой ответ на вопрос. Посмотрим, в чем ваша сила? В чем ваша сила? Какие у вас таланты? Четыре позиции. Первая, вторая, третья, четвертая. Выбирайте каждую свою позицию. Смотрим первую позицию. Какие у вас таланты? В чем ваша сила? Вы можете сберечь накопление. Если вы что-то заработали, то вы можете это сберечь. Не потратить, не растранжирить, не пойти все спустить сразу, как только получили, не дойдя до дома там, да. Вот. А вы умеете копить. Вы вот знаете, умеете зарабатывать, вам достается денежки тяжело. И вы знаете цену деньгам, поэтому вы умеете копить деньги. Здесь накопление прям полным ходом. Вы умеете отстаивать свои границы еще. Вот. Отстаиваете свои границы и сберегаете то, что у вас есть. Вы цените то, что у вас есть. Вы бережете. Вы относитесь бережно. Вот. И никого старайтесь не подпускать к себе близко. Вот. Непроверенных людей. Здесь так, здесь ваш талант и ваша сила в том, что вы можете сберечь и не растратить то, что у вас есть. Это не только денег касается, не только деньги вы можете сберечь свои таланты, не растрачивать свою энергию, вы можете ее направлять туда, куда нужно вам. И умеете отстаивать свои границы. Вот у вас есть границы, вы знаете зону своего комфорта. Вот, и вы все это сохраняете. Такой вот у вас талант, да, сила в этом. Так, следующая, вторая позиция. Вторая позиция. В чем ваша сила, да, какие таланты? Вы знаете, когда приходит время заканчивать то, что уже отжило себя. Вы знаете, когда заканчивать отношения, когда вот эти ссоры, ругань, да, вы уже знаете, когда вы не будете тянуть вот это годами, там люди по 8 лет живут, ругаются, терпят, что-то там вот, не знаю, вы не будете вот этого делать. Вы знаете, когда нужно разрушить то, что нужно разрушить. Вы знаете, вы можете это сделать резко, неожиданно, да. Но вы это чувствуете, вы знаете, когда нужно разрушить. Да. Вы знаете, когда нужно уйти с работы, например. Вы знаете, когда нужно закрыть дело какое-то. Завершить какую-то ситуацию. Да, возможно, это будет болезненно. Да, возможно, вам придется все разрушить и начинать просто с нуля, заново. Но вы знаете, когда это стоит начинать, вы знаете, что вы не будете затягивать. Вы это чувствуете, вы знаете, когда это нужно. Вот когда нужно освободить пространство, да, вот когда нужно вот избавиться от старого хлама, да, чтобы что-то пришло новое в вашу жизнь. Вы знаете, когда это сделать. Вот такой вот у вас талант, такая сила. Так что это тоже хорошая такая сила, что вы не будете затягивать на 10 лет там. Некоторые тянут и живут и ждут чего-то. Вы знаете, когда и что нужно заканчивать. Да. Вторая позиция, все. Третья позиция. В чем ваша сила? Какой у вас есть талант, да? Сила в том ваша, что вы можете сделать правильный выбор. Вы умеете делать выбор. Вы, наверное, часто перед выбором, да, вот так становитесь, наверное, вам приходится. И вот у вас есть талант, знаете, прислушиваться к своему сердцу, делать правильный выбор в смысле того, что вы сделаете выбор и пойдете в новое, да, вам там может быть тяжело, потому что изменения какие-то жизненные, а это всегда тяжело. То есть уходите из зоны комфорта во что-то новое, но что-то новое, оно вас развивает, оно вас переводит на новый уровень, и это для вас хорошо. Вы умеете прислушиваться к своему сердцу. Вы делаете выбор в сторону любви.
Вы можете сделать правильный выбор. Это ваш талант и ваша сила. Некоторые люди не могут сделать выбор. Это, кстати, некоторые люди не могут сделать выбор тоже вот годами. И они мучаются, да, и мучают другого человека. Бывает, что и так. Если в отношениях, да, а вы делаете правильный выбор и идете дальше. Если нужно сделать выбор, то вы его делаете. Вы не тянете там кота за хвост. Надо, значит, надо. Вот, и делайте правильно, прислушивайтесь к своему сердцу. Вот здесь так. Четвертая позиция. В чем ваша сила? Какие у вас таланты, да? Какой талант? Так, сила ваша в том, что вы можете приумножать свой достаток. Вы можете быть, знаете, вы можете быть состоятельным, вы можете быть статусным человеком, вы можете быть замужем или женатым, то есть у вас семья, семейный человек вы. У вас может быть дом полная чаша, у вас такой талант и сила, что вы можете это все сделать, вы можете вот в домашнем хаосе, да, у вас будет порядок. Вы можете вот эти все блага мира себе в дом собрать, как бы все в дом. Муж или жена, здесь обязательно семья. У вас может быть счастливая семья. У вас такой талант, что вы можете сделать так, что вот у вас будет счастливая семья. В семье у вас будет все. И дети будут, и муж, и дом, и дома будет все, да. Или там, если мужчина, то тоже будут дети, дом, жена, и будет зарабатывать, все домой приносить. Понимаете, это такой вот, такая вот семья, у которой есть достаток, есть где жить, которые вот, у которых все так стабильно и развивается, и приумножается. И все растет. Если урожай, то урожай прям плодородный. То, понимаете, если какое-то дело, то оно развивается. Если какие-то дары, то пожалуйста. Если вот в семье, то обязательно дети будут. Вот здесь так вот. Здесь плодородие, развитие. Такое вот все хорошее. Такой вот талант. То, что этот человек может все это сделать. Вот. И здесь человек в паре, как бы, он здесь семья. Вот в семье, если этот человек, он может все это сделать. Если уважение в семье, взаимоуважение, то вот это все возможно. Вот этот в этом ваш талант, сила, то, что вы это можете сделать, организовать. Вот. Так что спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока!